Актриса Агата Муцениеце подала документы на расторжение брака с Павлом Прилучным. Информация появилась на сайте Головинского районного суда. Эту информацию актриса подтвердила в прямом эфире в Инстаграм со звездой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой. «Я развожусь? Ничего там такого у нас нет, кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские», – призналась Агата. Муцениеце уже несколько лет назад грозилась развестись с супругом. Но она решила сохранить семью из-за двоих детей. Она надеялась восстановить отношения, но ничего не получилось. Позже женщина запустила свое YouTube-шоу, в котором встречается с разведенными подругами, обсуждает жизнь после развода. Напомним, в период пандемии по коронавирусу актерская чета была вынуждена проводить вместе карантинные дни. Однако они оказались малоприятными. По словам Муцениеце, Прилучный просто ушел в длительный запой и в один из таковых дней поднял на нее руку, после чего выгнал ее и детей из дома. Благо, Агате было куда идти. У них была куплена квартира в Москве.